Свежий архор жод и ронадам. А буне ам румбаджишта и рештуна ком тай фашиба да мина варта. Ама сайфадал и он така жаздан варта цхин валас хабарта саунзар така. Вой ват сага нама ирония хичина мая. Вот он никай жарда на сайфа. Мама ахтар фанды жаган башидан варта цхин вала шарлау жар чишта. Его дома. Самай шахи автомадарой. Удон иронадаман ую штырху динак. Марцегой марчинадама лявта баван. Масын ша шарыл кавдаваз. Ша песын байш, ша донсын маваз. Уй савар хабару. Уй кавулта кудай амбарго. Ой мамин ищи бамбарын канат. Толик, ма Джагайфорд. Раш нештут. Иронах давма гашка, раш нештут. Маркаш ут вахима. Во фаштама каштартеш, каштарта сашко, ма кутта сашто кутка кашташтут, ма куда узашту. Ой, ма магашка рашнул, надар валавул, надар бней. Ма я и фадул, ахады канут. На самом деле, сама ситуация, то, что мы здесь сегодня собрались по этому вопросу, она уже, ну, как-то сама по себе странная и непонятная. Когда это было, чтобы у осетин получалось так, что женщина, которая в трауре, сына которого, ну, как мы знаем, замучили в застенках правоохранительных органов, другой находится в розыске, пришла требовать справедливости, и уже несколько дней сидят там, а в эти провода у нее забирают кипяток, чай, дрова, не знаю, печку у нее там отняли или что. Просто... Мои слова к Анатолию Бибилову, как президент Южной Осетии. Для нас разницы нет. Север-юг, мы одна Алания, одна Осетия. Народ, что там, что здесь, он един. И мы внимательно смотрим, что происходит там, на юге нашей Родины. И нам это, ну, не нравится. Очень много людей, кто обеспокоен этой ситуацией. Мы думаем, что Анатолий, насколько мы знаем, по всей границе соприкосновения Южной Осетии и Грузии, около 5 или более мест по всей территории, значит, по всей границе, где грузинские войска, грузинские силовики вторглись на нашу землю и укрепили, забетонировались в брусферах, создали какие-то там укрепления очень серьезные. И никаких ответных действий с нашей стороны не было предпринято. Пройдет время, когда у нас опять будет с ними конфликт, это ясно. И мы будем забирать эти объекты обратно ценой остинской крови. Погибнут люди. То есть мы заранее уже заложили эту мину, позволили, чтобы... Произошла ситуация, где мы впоследствии потеряем лучших парней. И Налджабиев, насколько мы знаем, был одним из первых защитников своей родины, которые первыми встали на защиту Южной Осетии. Если мы не будем ценить таких людей, таких парней, просто их сами убивать, то грош нам цена. Мы думаем, Анатолий, лучше обрати свой взор и все свои силы против того, что происходит на границе. Ну а женщину оставьте в покое, да пусть она добьется правосудия. Пусть оно свершится. Это наше требование, наше мнение. Спасибо. Председатель общественной патриотической организации НЫВШ, я говорю, что мы на днях подадим заявление в АМС города на акцию протеста перед представительством Южной Осетии. Если такой же беспредел будет твориться, мы не оставим эту женщину без внимания и всегда встанем рядом с ней. Хочу сказать, чтобы каждый из нас понял, что это не Джабиева мать там сидит и отстаивает справедливость, а наша общая мать. Вот и все. Каждый должен понять, что это наша общая проблема, а не определенно там какой-то семьи. Пагу смогу.